Омская мэрия продолжает работы по озеленению. В этот раз старые деревья спилили на территории Кировского округа. Всего с начала этого года сотрудники департамента городского хозяйства вырубили около 1700 аварийных деревьев. Взамен них специалисты высадили более 13 тысяч саженцев. В мэрии отметили, что ежегодно взамен снесенных зеленых насаждений высаживается около 30 тысяч декоративных растений. Правда, к этой работе у прокуратуры появились претензии. Выяснилось, что старые деревья вырубались без необходимых документов, а за новыми не осуществлялся должный уход, за что мэру города было внесено представление.